Здравствуйте, друзья! Сегодня, в этот день, 1 мая, в день международной солидарности трудящихся, не только у нас здесь, на площади Минина, но и во всем мире люди выходят на площадя, чтобы заявить, нам не нужна эта плутократия, нам не нужны эти фальшивые гнилые режимы, которые паразитируют на нас, на обыкновенных людях рабочих. Мы заявляем, что нам не нужна эта власть. Эта власть незаконна. 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 7 мая этот режим попытается окончательно узурпировать власть в стране. Как известно, 7 мая пройдет инаугурация жулика, главного жулика и вора Путина. 6 мая в Москве состоится народный марш. Марш миллионов. Мы приглашаем всех нижегородцев, кто сможет поддержать этот последний наш шанс в это время. Убрать Путина из Кремля. Путина долой из Кремля! Россия без Путина! 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 И если в очередной раз, как сложно сейчас заметить, они все-таки добьются своего и узурпируют нашу власть в России, в дальнейшем мы должны организовываться и объединяться, потому что впереди нас ждет только ухудшение ситуации. С 1 июля вступает в силу закон о коммерциализации образования 83-й. Теперь школы и здравоохранение будут платны. Школа не рынок, знание не товар. Школа не рынок, знание не товар. Школа не рынок, знание не товар. Но не только это еще. Впереди рост цен, ужесточение трудового кодекса, по которому будет вводиться заемный труд. И теперь трудящиеся останутся фактически без прав перед капиталистами и их режимом. Друзья, хочется еще раз сказать, в этот знаменательный для всего мира день, когда первые отважные люди в Чикаго вышли на забастовку за 8-часовой рабочий день, за все те права, которые сейчас у нас пытаются отобрать, где еще 120 лет назад люди сложили за эти головы. Мы не должны забывать о том, что уже многие века люди борются за свободу и за свое счастье. Власть должна принадлежать народу. Власть миллионов, а не миллионеров. 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 Спасибо, друзья. Только в единстве наша сила. Вместе мы победим. Ура!